Дамы и господа, в эфире телевизионный проект «Большая опера». Встречайте наших ведущих Алла Сигалова и Святослав Белза. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер в «Большой опере». Алла, вы, как всегда, ослепительны. Если как всегда, то почему вы мне это говорите только в начале проекта и в финале? Ну, во-первых, женщин нельзя излишне часто баловать комплиментами, а то перестанут в них верить. А потом, я искренне надеюсь, что именно сегодня вы будете сиять не только красотой и остроумием, но и добротой, поскольку ведь у нас финальный бал «Большой оперы». Да. Сегодня состоятся последние поединки наших участников, и мы узнаем имя победителя проекта «Большая опера». Конкурсантов ждут не только сражения, но и награды, подарки, да и сюрпризы. Первый из сюрпризов готов выйти на сцену. Это дивный оперный квартет. Их лица прекрасно знакомы зрителям «Большой оперы», но это не конкурсанты. Кто же это такие? Я уже волнуюсь. Терпение, сейчас увидите. Надеюсь, вы их узнали. Ну, конечно, узнал. Милые и знакомые все лица участников «Большой оперы» первого созыва. Александр Ковалевич, Лариса Андреева, Александр Мимирашвили и Сергей Плюснин. Как приятно видеть вас снова на этой сцене, друзья. Дамы, как приятно вас видеть, мужчины. Какое счастье, что вы опять с нами сегодня.
сегодня финал нашего оперного турнира. Вы, прошедшие через этот праздник и через эти сложности, знаете, как это непросто, что вы можете пожелать в финале нашим участникам? Быть всегда спокойными и принимать все так, как есть. А вам разве это всегда удавалось? Нет, нам совсем не удавалось. Вы уже ветераны, можно сказать, большой оперы. Эти два года ведь многое изменили в вашей судьбе. Да, пролетели. Такое ощущение, как будто этих двух лет и не было. Но волнение, конечно, было поменьше. И мы, конечно, не завидуем участникам, потому что я вот помню, как мы волновались. Мы были первыми. Да, быть гостями намного приятнее. Да, гораздо приятнее и как-то более благостно и спокойно. Как повлияла на вашу жизнь, на вашу биографию творческую наша большая опера? Мы стали наглыми, уверенными в себе людьми. Нет, скажите правду, вот у вас замечательный квартет, красивый, талантливый. Давайте так, по одному слову от каждого напутствие для участников финала. Хочется пожелать всем участникам больших творческих побед в дальнейшем, везения и обязательно, обязательно востребуемости. Я бы пожелала везения и сегодня выступать так, не думая о том, что их слушает такое почетное жюри, а выступать просто для удовольствия, для своего вот такого восторженного состояния, в котором сейчас они все пребывают. Я думаю, после такой школы какие-то пустяки... Вроде оперных спектаклей. Нет, я имею в виду, что какие-то мелочи на сцене, огорчения будут казаться им просто мимолетный. Хорошо Александр. Сказал, да, очень хорошо так. Как всегда. За два года я не научился разговаривать. Одно я могу вам сказать. Но не разучились улыбаться, вот что важно. Александр, что вы скажете? Ну, я в таком случае хочу сказать, что я бы пожелала всегда петь с удовольствием. На любой сцене, не только сегодня, всю жизнь. И удовольствие всегда передается остальным. Спасибо. Благодарим ветеранов. Спасибо, что вы были у нас в гостях сегодня на нашем финале. Спасибо. Вот уже два месяца поддерживает наших участников их верный спутник. Приветствуйте, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки. И, конечно, всегда с нами наше несравненное жюри во главе с его очаровательным председателем, народной артисткой Советского Союза Тамарой Синявской. Рядом с председателем эмоциональный барометр нашего конкурса – народная артистка России Людмила Максакова. По левую руку от председателя сидит несравненная примадонна из примадонн, народная артистка Советского Союза, талисман большой оперы Елена Образцова. Фланги прикрывают наши благородные джентльмены, профессор Дмитрий Вдовин. И маэстро Фабио Мастранджело. Прежде чем объявить финальное сражение, мы хотим преподнести комплимент нашему великолепному жюри. И что приятно, не только на словах. Герой Гончарова называл милые подарки возлюбленной вещественными знаками невещественных отношений. Так вот, примите от ведущих большой оперы и нашего партнера Дома русского ювелирного искусства в галерее Михайлов вещественные знаки нашего почтительного отношения к вам, дорогие члены жюри. Ну а теперь к делу. Посмотрим турнирную таблицу. На этот момент у нас есть фаворит Владимир Магомадов. Именно он одержал наибольшее количество побед. 10 ноября закончилось последнее зрительское голосование. Сейчас мы узнаем, кому же подарили прощальный дополнительный балл наши телезрители. Его получает Екатерина Арну,
За нее проголосовало 22% приславших СМС. Вот так теперь выглядит турнирная таблица. На первой строчке по-прежнему Владимир Магомадов. Наши зрители сделали все, что могли, чтобы поддержать конкурсантов. Теперь все в руках нашего профессионального жюри. Мы объявляем заключительный тур Большой оперы. Поскольку наше оперное состязание проводится по принципу турнира, то в поединке рано или поздно каждый встречается с каждым. Сегодня в первый и в последний раз на сцене сойдутся меццо-сопрано Юлия Минибаева и сопрано Дарья Терехова. И каждая на финал припасла свой козырь. Юлия Минибаева сочла для себя наиболее выгодным спеть строгому жюри Сигидилью из оперы «Кармен». Шаг рискованный. Когда же еще рискнуть, если не сегодня, в последний день турнира? Юле не просто далось участие в конкурсе, но она оказалась настоящим бойцом. Пожелаем ей удачи. В присутствии двух блистательных Кармен и дочери прославленной Кармен Максаковой, Сигидилья из оперы «Кармен», на свой последний бой выходит Юлия Минибаева. Спасибо, Юлия. Сегодня у нас все стремится к развязке, поэтому вопросами мучить не будем. Так что подождите несколько минут за кулисами. Напоследок Юлии досталась серьезная соперница. Горы сотрясаются и раздвигаются. Появляется сама царица ночи. Так написано в либретто моцартовской волшебной флейты. Между нами говоря, Дарья Терехова и сама уже чувствует себя почти царицей оперной сцены. Вот об этом мы и оставим судить членам жюри. Одно могу сказать наверняка – Даша – белокурая владычица мужских сердец. Ария царицы ночи из оперы «Волшебная флейта». На сцену, раздвигая горы, выходит Дарья Терехова. Nicht.
ist und schuldig, weise, fromm. Ein Jüngling so wie du vermag am besten des Himmeltrifte Mutterherz zu trösten. Даша, вы дерзновенно выбрали одну из самых трудных мировых оперных партий и, по-моему, так абсолютно постарались войти в образ. Да, но сейчас мы узнаем, что об этом думает наше жюри. Да, и для этого мы позовем сюда Юлю. Уважаемые члены жюри, сегодня финальное выступление конкурсантов, и у вас есть последняя возможность дать им самые ценные советы и наградить их заслуженными баллами.
Елена Васильевна, вам уже знакомы эти очаровательные дамы. Что вы скажете о сегодняшнем их выступлении? Сегодня обе пели неважно, скажем прямо. Юля понижала и в начале, и в середине соединили. Триоли вот эти «Шему намерили спасти». Я тоже пропевала такое, смазала эти штучки, да, дрючки. Что касается Дарьи, ну, начала как-то таким... Центр не прозвучал в начале арии, да? Зачем эта лунная походка какая-то, как это ходили трудящиеся на подиуме? И зачем эти ручки? Я понимаю, что там, наверное, режиссура какая-то там специально, но она не, совершенно не нужна. Но так как Юля вот понижала их, что не, я не переношу совершенно, придется тебе дать мой голос. Голос отдан Даше. Людмила Васильевна, что показывает сегодня ваш барометр? Куда клонится стрелка? Мой барометр, я не очень поняла. Я научилась теперь кое-чему у профессора Вдовина. Вот, он всегда начинает с того, что надо выбрать точно репертуар. Вот в данном случае, Юля, не знаю, может быть, со мной не согласятся, но, по-моему, это не совсем твое. Вот то, что ты эту Сигидилью взяла, ты меня не очень убедила сегодня, понимаешь? Не знаю, Сигидили – это танец, это внутреннее такое что-то азартное, сдержанное. А у тебя как-то ты сквасилась. Вот у меня такое было впечатление. Что касается Даши, это все было точнее, но все равно. Вот Фоменко, Петр Наумович, всегда говорил, полюбите согласные. Понимаешь, вот это вот все-таки швах, все-таки глотала. Почему ты шва, швах? Вот это все-таки, если будешь петь в дальнейшем, ты обрати внимание на эти согласные. Вот. Но поскольку, в конце концов, надо выбирать, Даша, я тебе отдаю голос. Ты была более убедительна сегодня. Дмитрий, в прошлый раз вы не отдали голос своей Юле. Что же сегодня скажете? А в этот раз я ничего не хочу добавить к тому, что сказала Елена Васильевна, потому что она абсолютно все точно сказала. Не считаю для обеих это выступление сегодня самым удачным в течение конкурса, но Даша была более точна. Спасибо. Фабио, ваше слово. Мне кажется, что они сегодня сильно заволновались. И поэтому у Юли появились проблемы с интонационной, и тоже какие-то неожиданные челеранды в конце. Не надо там так сильно, конечно, гонять. Это так не даже я такой супермобильный дирижер, я тебя не поймал бы. Не надо просто так шутить с дирижерами, это сильно. А вот ритмический рисунок надо все-таки уважать, да? Он страдал у тебя сегодня. Так что надо поточнее просто петь. Иногда лучше тупо, чем просто не точно. Да? А, Дарья, наоборот, хорошо у тебя колоратура получилась сегодня. Но с произношением, конечно, были проблемы. Тем не менее, Дарья, я даю голос сегодня. Фабио, скажите, пожалуйста, вы вообще очень внимательно присматриваетесь к нашим конкурсантам. Кого будете ангажировать и на какие постановки? Ну, возможно, все. Почему нет? Всех? Да. А на какие спектакли? Ну, вы знаете, мне кажется, что, например, есть такие оперы, как «Свадьба Фигаро», где они смогли бы все практически, все вместе участвовать. Есть еще «Богема», очень такая молодежная опера, да? Почему нет? Спасибо. Замечательная перспектива. Тамара Ильинична, и ваше заключительное слово. Девочки, последний бой, он трудный самый. Юля, у меня к тебе вопрос. Это впетая вещь. Я ее пела и не раз. Потом забыла. Дело в том, что я могу сказать, что, конечно, на этот проект я шла после долгого перерыва в своей карьере, так как я родила ребенка, и сегодня моему сыну 10 месяцев исполняется. Поздравляем. Поздравляем. И дело в том, что, конечно, каждое произведение мне приходилось поднимать как бы заново. Заново, угу. Да. Я понимаю. Но Сигидили – это штучка, как говорят, да, это штучка. Это надо много-много игры, страсти, там этого нет. Она играючи сначала поет, потом уже во второй половине оперы происходит вот эта вся трагедия. А Хабанера и Сигидили, она напевает как бы, она заманивает всех. Но это уже касается совершенно образа. Дашенька, а ты поешь эту партию? Я пела 2 сезона в театре «Царицу ночи». Угу.
Но потом что случилось? Я отказалась от этой партии в силу того, что существует вторая очень трудная ария, и мне пока это петь рано. Я пока очень маленькая, чтобы петь это всю партию. Вот. Разумно, да. разумно. Да, ты к ней подбирайся, потому что вот я поэтому и спрашиваю. Она имеет огромную не только психологическую нагрузку, но прежде всего, конечно, вокальную нагрузку. Очень трудная штучка. Тоже штучка. Вот, понимаете, что я хочу сказать? Девочки, ну, конечно, мы ждали та и другая ария. Эти отрывки, они фейерверк. Даша, тебе мой голос отдаю. Итак, в этом поединке побеждает Дарья Терехова. Спасибо вам, Даша, Юля. Вы такие разные. Юля очень серьезная, Даша очень эмоциональная. Но, как говорит профессор Вдовин, вы дороги нам обе. Юлечка, я хочу тебя поздравить и твоего сына с днем рождения. Пусть он будет счастливый. С месяцем рождения, да. И чтобы все у тебя было замечательно. И ты молодец, что ты вышла после родов так быстро. Это я, как мама, я это знаю. Этот проект «Большая опера» этому способствовал. Спасибо. Да ты молодец. Молодец. Пока, девчонки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Увидимся в конце программы. Сегодня самый ответственный вечер не только для участников проекта, но и для членов жюри. Им ведь предстоит определить победителя «Большой оперы». И, наконец, вручить тот роскошный приз, о котором мы с коллегой говорили из программы в программу. В числе сегодняшних сюрпризов – встречи с любимцами оперной публики. И сейчас на этой сцене появится первый драгоценный бонус большого оперного турнира – речитатив и каватина Линды из оперы Доницетти «Линда ди Шамуни». Исполняет солистка оперных театров «Ла Скала», «Метрополитен», «Венской оперы», «Баварской», «Берлинской оперы». Лауреат международных конкурсов «Опералия» и приз «Бельканта» Ольга Перетядько. Riposati su questo cor che t'ama.
Спасибо вам большое. Ольга, вы покорили и нас, не только великие театры. И голосом, и красотой. Конечно. Мы дали возможность перевести дух нашему жюри, прежде чем на сцене появится еще одна пара соперников. По воле жребия и по законам нашего турнира на сцене сходятся баритон Алексей Исаев и меццо-сопрано Екатерина Арну. Алексей Исаев – любимец наших зрителей. Они дважды добавляли Алексею дополнительный балл, но сегодня зрители уже бессильны. Все в руках нашего жюри. Алексей посчитал, что удача ему принесет эпиталама Виндекса из оперы «Нерон» Антона Рубинштейна. Алексей Исаев. Тебе, боги мои.
Спасибо, Алексей. Мне кажется, что вы немного волновались перед финальным турниром и даже поменяли арию. Вы сегодня довольны своим выступлением? Какие ощущения? Когда посмотрю со стороны, тогда и скажу. Но со стороны Бог Гименей должен посмотреть еще. Да, пускай Гименей посмотрит. Хорошо. Но тогда потомитесь за кулисами. Спасибо. Спасибо. Соперница Алексея Екатерина Арну по ходу турнира постепенно укрепляла свои позиции, особенно по части СМС-голосования. Кате явно пошли на пользу и замечания жюри, и обретение педагога, и, конечно, дополнительные баллы, полученные от зрителей. Если в прошлый раз Екатерина выступала с арией почти сопрановой, то сегодня она собирается петь контральтовую партию Эрды из оперы «Золото Рейна». Что и говорить, Екатерина идет ва-банк. Рихард Вагнер, ария Эрды в исполнении Екатерины Арну. Вольхе, Вольхе,
Вас, несомненно, можно поздравить с таким весомым успехом у зрителей. Этому, наверное, способствует и вообще неординарность вашего положения в нашем конкурсе. Но самое главное сегодня – это голоса профессионального жюри. Тогда будем возвращать нашего замечательного Алексея Исаева. Итак, Дмитрий, последняя дуэль между Алексеем и Екатериной. Ваша оценка? Мне эта дуэль показалась очень интересной по драматургии, потому что совершенно разные пути нашли участники для последнего выстрела в этом состязании. Если один выбрал самый что ни на есть оперный шлягер, то девушка выбрала, в общем, произведение, достаточно редко исполняемое даже в концертах. И мне кажется, этим она победила. Мне вообще очень близко, что Катя... У нее был на протяжении конкурса, мало того, что мы все заметили ее рост, и, наконец, она получила тот сценический опыт именно в опере, которой ей так не хватало, и конкурс ей послужил на пользу. А во-вторых, она очень пытливо искала новый репертуар. И это интересно слушать, и у нее есть для этого внутренняя сила, чтобы заставить нас слушать. Что касается Алексея, то ведь это на самом деле... саркастическая ария, ироническая ария. Вот такого вот прямого восхваления там нет, там по сюжету совсем другое. И Виндекс таким образом издевается, и в словах «прославлен Нерон, невеста непорочна» заключен сарказм. Можно было хотя бы, может быть, это как-то показать. Ну и потом, мне кажется, что, несмотря на то, что это шлягер, все-таки слишком такая эстрадная трактовка, связанная с снятием дыхания, с такой внешней аффектацией, немножко чересчур. Поэтому я отдаю свой голос Кате. Спасибо. Людмила Васильевна, вы готовы сделать ваш выбор? Катя меня поражает. Вот что хотите, верьте, хотите, нет. Потому что она все-таки движется в каком-то направлении глубины. Понимаете, вот это был Вагнер. Вагнер, вот что хотите, говорите. Понимаете? Ну, за исключением, может быть, там их и мих, а не их мих. Вот. Но, тем не менее, это все было в образе. И, я не знаю, может быть, у Елены Васильевны, конечно, возникнут какие-то более серьезные претензии голосовые. Сейчас спросим. Да, сейчас мы спросим. А почему, Алеша, у тебя сегодня не было какой-то свободы, я понять не могла. Это действительно шлягер. Но вот почему-то обычно... Да, спасибо за костюм. Ты сбросил это, да, пальто, наконец. Да. И, безусловно, конечно, у тебя сегодня вид торжественный, и ты вообще красавец. Но почему-то вот какой-то свободы и отношения к тому, что здесь должно быть отношение, то, к чему ты исполняешь. А ты это почему-то только голосово хотел показать, но не по образу. Вот этого мне не хватило. А Катя, ты меня поразила. Спасибо. Алексей, скажите, пожалуйста, почему вы поменяли репертуар? Что случилось? Какое же хитовое произведение Елецкий. Какое? Елецкий. Ну, меня же здесь всегда корят за репертуар, что я пою не свой репертуар. И как бы тут выбирать немного по-настоящему произведения. На самом деле у лирического баритона не очень большой такой репертуарный спектр. Всегда очень сложно лирическому баритону молодому выбрать то, что действительно подходит его голосу. И в этом смысле я Алексея очень понимаю. Елена Васильевна, что ваш изощренный слух подсказывает? Могу сказать, что Алексей сразу... Такое впечатление, как будто ты потерял вообще тональность. То чуть-чуть повыше, то чуть-чуть пониже начал петь. Я никак не ожидал от тебя. И потом вдруг снял вообще с дыхания и начал разговаривать. Как будто бы это какая-то там песенка какая-то, между собойчик. А Екатерина сегодня меня тоже удивила и своим голосом, и музыкальностью. И даю свой голос Екатерине. Фабио, что скажете вы? Я скажу, что Екатерина сегодня, конечно, видно и слышно было, что она очень серьезно подошла к исполнению Вагнера. И, по-моему, выполнила задачу очень даже хорошо. Мне ощущение, что Катя вообще у нас драматическая сопрано. Она очень хорошо звучит, когда берет центральный высокий нот. Голос просто звучит классно.
Конечно, надо трудить еще больше, чтобы быть драматически сопрано. Но почему нет? Алексей, дело в том, что, может быть, я сейчас не очень популярные вещи говорю. Ну, конечно, музыка Рубинштейна здесь не первая класс. Тем не менее, у тебя, конечно, объем голоса есть. Можно было, конечно, поточнее петь. Но не мешай ногами. Не начинай. Ладно. Вот, сегодня я голосую для Екатерины. Первый раз. Прости, Катя, просто... Спасибо. Фабио впервые отдал голос Екатерине. А почему нет? Очевидно сегодня. Можно мне сказать, да? Конечно. Я тоже, Катя, думаю, что у вас драматическая сопрано, и вы об этом подумаете, ладно? Редкое единодушие жюри сегодня. Тамара Ильинична, ваш вердикт? Алексей, ну просто мне такое впечатление, что вы немножечко как-то, я не знаю, какое слово правильное сказать, как бы скисли, что ли. Вы стартовали очень хорошо, очень хорошо. У вас была энергетика внутренняя, вы брали зал. Ну, чего вы стали бояться? Бояться? Вот не знаю, вы не боитесь вокала, это я слышу. Что-то у вас внутри произошло, я даже не знаю. Я не чувствую себя в этих произведениях самим собой. Я не чувствую этих произведений. Правильно. Я не могу прожить в этих произведениях. Да, да, Алексей, это очень чувствуется. А так как, Дмитрий Юрьевич заметил, с репертуаром проблемы большие у лирического баритона. Понимаете, когда я беру не произведение не из своего репертуара, а меня, как все жюри... Да, ругают. Ругают. Если свое беру, то это получается хитовое, но я не чувствую себя в этом произведении. Или я плохо над ним поработал, я не знаю. Но нету вот вдохновения. Нет, просто нет любви к этому произведению. Если вы берете произведение, влюбитесь в него как следует и отдайте ему всю душу. И если даже будут говорить, что это не ваше произведение, а вы убедите тем, что вы его любите. Поэтому оно будет вашим. Но над этим надо работать. Конечно. Катя, ну, я давно вам говорила о своих, так сказать, впечатлениях от вашего голоса. Я слышу в вашем голосе консистенцию очень хорошего, очень крепкого и даже почти драматического сопрано. Потому что как меццо-сопрано, тем более контральтовая партия Эрды, ну, извините, она мне немножко знакома, я ее... Я знаю. Пела. Я знаете, знаю. Да. Вы музыкальный человек, очень, с красивым голосом. Подумайте, куда вам идти в дальнейшем. Я вам желаю от всего сердца. И голос мой сегодня вам. Итак, в этой дуэли единогласно побеждает Екатерина Арну. Алексей Исаев и Екатерина Арну, любимцы телезрителей. Сколько страстей за вас разгоралось на форумах. Как горячо за вас голосовали. Спасибо вам. Увидимся в финале. Кто может сравниться с Матильдой моей? Когда вы говорите цитатами, я не понимаю. Вы говорите это мне или объявляете номер? Она только взглянет, как молнией ранит. Не о вас ли это писал брат или либретист великого Чайковского Модест Ильич? Едва ли. Мы с ним не знакомы. Но я по вас определенно буду скучать до нашего следующего проекта. Мы еще не успели закончить этот проект, а вы уже хотите начать следующий. Хотя я вас понимаю. Ну а сейчас Петр Ильич Чайковский и Иоланта. Ария Роберта исполняет солист новой оперы, покоривший Большой театр, и Метрополитен опера, Ла Скала, и Мариинский, Василий Ладюк. Боже, сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черный качай. На небе звезды осенних ночей. Все страстное негой мне едино полно. Мне все опьяняет, мне все опьяняет и жжет. Как вино, она только взглянет, как молнии ранит, и пламень любви зарнеет. Она засмеется или песней зальется,
и жемчуга прят лицо светят, а страсти кипучие и бурные жгучие глаза говорят и к блаженству моя, к блаженству лапсаний безумных желаний, пожатия мне нежным руки белоснежной, забвению горя и к счастью без мер, без конца и границ. Боже, сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстною негой в ней дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет и жжет, как вино. Спасибо, Василий. Спасибо большое, спасибо. А у нас сейчас разыгрывается еще одно финальное сражение. Бас Павел Червинский выйдет против сопрано Евгении Сотниковой. Нет, звучит как-то не по-джентльменски, да? Дуэль есть дуэль все равно. Давайте просто объявим выход Павла Червинского. Да, Павел опять предстанет в образе человека, побитого жизнью и поучающего молодежь. Но что делать? Голос диктует выбор партий. Старшие товарищи из состава жюри не раз давали Павлу советы, как справляться с возрастными партиями. Посмотрим, помогло ли это Паше. Ария Мельника из оперы Даргомышского «Русалка». Встречайте, Павел Червинский. Все вы, девки молодые, посмотришь, мало толку вас. Упрямы вы, и все одно и то же твердить вам надо на сто раз. Уж если друг завидный вам случай подвернулся, умейте вы разумным поведением его тот час и в руки взять, да. То ласками, то сказками умейте заманить, упреками, намеками старайтесь удержать, да нет, куда упрямы вы. И где вам слушать стариков? Ведь вы своим умом богаты, а мы так отжили свой век. Но как же вы, ведь отжили свой век? Вот то-то упрямый вы, одно и то же надо вам твердить сто раз, одно и то же надо вам твердить сто раз, да надо вам твердить сто раз. Вот, хоть бы ты, учил тебя я, как девушке прилично жить, как надобно порой о свадьбе, обиняком речь заводить, как надо молодость лелеять, как надо осторожной быть. Сама подумай, ведь не вечно вам красотой дано пленять. И ведь не вечно вас станут баловать. Сама подумай, ведь не вечно же вас станут баловать. Вас станут баловать. Ну, а если уж
ложь на свадьбу, надежды вовсе нет. Что ж, что ж, и тогда легко всегда вам случай уловить и для самих, и для родных хоть что-нибудь добыть. Да нет, куда упрямый вы, вам лишь бы целый день на шее висеть у милого дружка, да целый день в глаза ему смотреть. И вот тот упрямый вы, одно и то же надо вам твердить сто раз, одно и то же надо вам твердить сто раз, да надо вам твердить сто раз, одно и то же надо вам твердить сто раз, сто раз. Паша, спасибо. Мне кажется, вы абсолютно уже освоились, расслабились, и вас не пугает не только наше жюри замечательное, но даже мои вопросы уже, по-моему, вы совсем... Да? Да? Уже... Уже да, уже можно. Да, уже можно. Подождите секундочку, я все-таки рискну спросить. Вы знаете, вот Александр Сергеевич Дорогомышский, которого только что пели, он как-то сказал, что вообще не стал бы композитором, если бы не красивые певицы. А вот если бы не было красивых певиц кругом, вам бы захотелось стать певцом? Вот это вопрос. Простой мужской вопрос. Так, ладно, ваших вопросов я уже не боюсь. Так, ладно, а ваших начинаю побаиваться. Это вполне доброжелательный вопрос. Нет, на самом деле для меня это дар. И знаете, для меня, я как человек верующий считаю, что большой грех не реализовать, не подарить такой талант. И если его, как говорится, закопать в землю, все-таки мне кажется, что это было бы очень плохо. Прекрасно, что вы себя называете таким талантом. Нет, это правильно, нет? Паш. Нет, вот так идите за кулисы с таким талантом. До скорой встречи. От нашей следующей конкурсантки на протяжении первых туров мы упорно ожидали проявления любовной лихорадки. Фебре д'аморе. Но Женя так и осталась для нас тихой и загадочной. Зато фебре д'аморе охватила оркестрантов. Говорят, они при виде Евгении Сотниковой начинают блаженно улыбаться. Расплывается в улыбке даже строгий маэстро скрипка. Внушает любовь и сегодняшняя героиня Евгении. Это Манон Леско. Жюль Масне, Гавот Манон, Евгения Сотникова. Si, Manon, dove jamais mourir?
Спасибо, Женя. Ну что, кавалер де Грие у ваших ног, это понятно. Сейчас узнаем, какие чувства вы внушили нашему строгому, но справедливому жюри. Но для этого надо позвать Павла Червинского. Мне тоже так и хочется взять за руку Аллу, вот как они стоят. И так и пойдем. Видите, такой, так да, и пойдем по жизни в большой опере. Итак, кому же улыбнется на прощание госпожа Удача и наше замечательное жюри? Маэстро Фабио, начнем с вас. Это было интересно, это было сильно. Паша, по-моему, лучший выбор ты не смог бы сделать. Ария очень подходит тебе по репертуару. И вот ты добавил то, что, может быть, раньше не хватало чуть-чуть. Произношение. Очень все стало понятно. Мельник хорошо по-итальянски. Да, очень все понятно было. Женя тоже. Я считаю, что для Жени сегодня лучше выступление из всего конкурса. Так что очень трудно, честно слово. Болею болезнь Людмиле. Раздвоение личности. Раздвоение личности. Нет, мой стул превратился в электрический. Но надо делать выбор. Все-таки на йоточку мне больше понравился Паша. Так что, Паша. Дмитрий, что вы скажете? Ребята были абсолютно равны, каждый в своем был интересен. И я решил для себя, что вот я проголосую не за того, за кого будет голосовать Фабио. Ну, за Орел и Решка, что ли? Потому что это сегодня очень сильная конкурирующая пара. Явно во время конкурса они сделали определенные выводы для себя, что на самом деле самое главное, ради чего мы здесь все собрались. Потому что у нас есть и другие примеры. Поэтому я голосую за Евгению. Она сегодня совсем другая была. Без ее этого вечного морендо, умирания, без грусти, без тоски. Совершенно сегодня была не петербургская, а парижская. Молодец. Паш, ты тоже молодец, но ты понял мою ситуацию. В общем, Женя, я просто очень рад за тебя. Елена Васильевна, теперь ваш строгий выбор. Мельник или Манон? Манон или Мельник? Так, тихо. Вы оба были замечательные. Значит, хочу сказать про Пашу. Дикция была просто отменная. Сегодня ты понравился мне вот так, по-настоящему, впервые. Потому что ты всегда такой какой-то кислый, такой вялый. А сегодня был просто мужик настоящий. И то, что ты сказал, что нужно Богу отработать свой талант, это правильно. Правильно. И я всегда об этом говорю. Что я и делаю уже 50 лет. Елена Васильевна, извините, я перебью. Паш, ну все-таки ты поешь лучше, чем говоришь. Над этим надо подумать. Все-таки ты иногда, так сказать, о пении думаешь заранее, а о речах своих. Ничего, он молодец, умница. Мысль была правильная. Вот, Женечка была очень хороша, такая шарман и обаятельна. Немножко ширила верхние ноты. И поэтому было трудно. И нужно ноты верхние брать сразу, с налету, с инерцией, с энергией. Это все равно, что когда бежит, знаешь, с барьерами, бег с барьерами. Если перед барьером остановиться, уже ногу не задрать. Так же и нам. Если мы остановимся перед верхней нотой, нам ее уже не взять. Понимаешь, да? Я тоже в очень затруднительном положении, потому что оба были очень хороши. Ну вот я могу сказать, что Паша это вообще был вот для меня просто вот отличный. Ну, значит, ты за кого там голосовал-то? Я за Пашу, да. Людмила Васильевна, мучительный выбор, пожалуйста, нет, ваш. Нет, ничего мучительного абсолютно. Во-первых, Пашка вырос так, он, во-первых, не... Это, знаешь, он не соблазнился, ведь в этой роли все-таки Шаляпин выступал, как ты помнишь, я Мельник. Да? Вот. Просто нет, сейчас, нет. Как сейчас помнит. Нет, ну просто я видела в Охрошском музее все это, так сказать, ну и всем это все известно. Но ты пришел к себе, понимаешь, ты не играл старика. И это замечательно, что ты ничего не изображал, и поэтому ты обрел обаяние. Что значит обаяние? Это когда я хочу петь вместе с тобой. Вот я пел я пел с тобой, понимаешь? Мне было весело.
А все итальянцы, ты знаешь, да? Ага. Когда вы поете, они тут же все подпевают. Вот я подпевала тебе сегодня. Значит, Женя, произошла метаморфоза. Тебя не узнать, я написала 3 восклицательных знака. Спасибо. По сравнению, я танцевать хочу, что это было что-то унылое, как аптечный порошок. Понимаешь, это что такое так, что принудительное какое-то лечение. А здесь сегодня, ну просто, что с тобой случилось? Может, ты влюбилась? Я не знаю. А? И сыграла, и с языком все в порядке, вы на равных совершенно. Но поскольку ты уже встал на рельсы, мы даме все-таки отдадим предпочтение, ну, ты понимаешь, из женской солидарности только. Спасибо. Итак, Тамара Ильинична, ведь именно от вас пошло в нашем конкурсе «Фебре д'аморе». Убедила ли вас сегодня наша Евгения? И хочу сказать, что вот видите, голоса разделились поровну, в ваших все руках, надежных и нежных. Ну что, скажу так в двух словах. Паш очень хорошо спел, очень хорошо. Там иногда пропадал из образа, выпадал вернее, потому что как понравятся верхние ноты, так ты в ней немножко поживешь, а потом опять в образ возвращаешься. Было такое? Как вокалист. Вы видите все, от вас скрыть ничего невозможно. Да, вот так. Что касается Жени, по образу просто умничка. Умничка, шикарная дама. Вот тебе самой нравилось в этом купаться. Музыка подошла тебе. Значит так. 2-2, да? У меня есть сколько голосов? Ничья. Самая боевая ничья. И... Евгения Спасибо. Сотникова и Павел Червинский получают по баллу в свою турнирную таблицу. Минуточку, не уходите. Подождите, пожалуйста, дорогие. Сергей Иванович, у меня к вам вопрос. Чем же так очаровала ваших оркестрантов наша Женечка? Ну, во-первых, что вам могу сказать? Что вы видели, что все эти наши туры, которые происходили, после выступления Жени оркестр обязательно реагировал, особенно когда она выигрывала. Мало того, я знаю, что многие оркестранты посылали смс-ки. Да, Женечка, да, представьте себе. Вот. Но мне представляется Женечка таким талантом, который очень хрупкий, очень нежный такой росток. Но это тот росток, который может прорасти сквозь асфальт. Мы искренне болеем за вас и желаем вам больших творческих успехов. Как и всем остальным, кстати, ребятам тоже. С огромным удовольствием. Спасибо. Спасибо, маэстро. Спасибо, маэстро. А я могу добавить от себя, что Паша нам понравился... абсолютно своей очаровательной непосредственностью. Хоть я вас, Пашенька, и пощипывала, но, ей-богу, от Любят. Большой симпатии. Ну, а чего ж пощипывать тех, кто не нравится? Конечно. Спасибо. Увидимся в финале. Спасибо вам. Спасибо. Все-таки приятно, когда они возвращаются. Вы про наших конкурсантов? Нет, в данном случае я о членах нашего жюри, о тех блистательных звездах, что находили время между гастролями, выступлениями и приходили к нам в Большую оперу. Да, всех нас, включая грандам нашего жюри, покорил Ильдар Абдразаков. А сегодня он вернулся и не один, а со своим не менее знаменитым братом. Ильдар и Оскар Абдразаковы. Куплеты Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст». Pour que tu ne pas mis bonheur, roi, ce peuple compadu, au bris sombre de sécu, dans cette une ronde folle, autour de son pied de sol, autour de son pied de sol. Et Satan produit le vol, produit le vol, et Satan produit le vol, produit le vol. Sa gloire dérisoire
da sagluara del suore, la nostra fecca sul passè. Il contablo range trage, se viene già riumè, se riuola vero me, dalle sahe della pace. Спасибо, мы получили двойное удовольствие. Вы подтвердили свой звездный мировой рейтинг, братья. Градус студии неуклонно повышается. У нас остался последний поединок, замыкающий оперный турнир 2013 года. Еще два конкурсных выступления, и мы узнаем имя победителя. Судьба сводит в поединке нашего зарубежного гостя Арсена Степаняна и фаворита большой оперы Владимира Магомадова. Похоже, сегодня Арсен решил учесть пожелания судей и взять арию, наиболее подходящую его возрасту. Чтобы она была ему впору, как идеально сшитый костюм. Ария «Альфредо» из оперы «Травиата». Встречайте, Арсен Степанян. C'è tre lune, da chi è la mia violetta, oggi per me lasciò dovizie, amori, le pompose feste, ovalia magia vezza, vedi o schiamo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameniloni, tutto scorda per me. Qui presso lei io rinascer mi sento, ed al soffio d'amor rigenerato scorda nei gaudi suoi tutto il passato. De miei pollenti spiriti, il giovanil ardore, e la tempra col placido sorriso dell'amor, dell'amor, dal dì che disse vivere, io voglio te fedele. Dell'universo amore, io vivo quasi in ciel, dal di che disse vivere, io voglio a te fedella, sì, dell'universo amore, io vivo quasi in ciel, io vivo in ciel, dell'universo in memore, io vivo quasi in ciel, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in ciel.
Арсен, спасибо вам. Мы не задаем сегодня вопросов, но мы хотим, чтобы вы выслушали одну небольшую историю. В конце 16 века во Флоренции граф Джованни Барди собирал под крышей своего дома музыкантов, философов и поэтов. В историю эти собрания вошли как флорентийская камерата. Однажды участникам камераты пришла в голову идея создать драму, целиком положенную на музыку. И на свет появилась опера. Такие истории, а также интервью с членами нашего жюри, можно прочитать в журнале «Стори», информационном партнере «Большой оперы». Журнал «Стори. Обыкновенные судьбы необыкновенных людей». Мы вас позовем. Спасибо. Настает момент истины. Сейчас на эту сцену выйдет контртенор Владимир Магомадов. В начале проекта мы не раз сочувствовали Володе. На русской сцене ему не хватало репертуара и приходилось совершать набеги на поля женских партий. Однако он не проиграл ни одного боя и постепенно завоевал симпатии не только жюри, но и зрителей. И это несмотря на то, что для российской публики этот голос не очень привычен. В опере такими небесными голосами обычно поют ангелы и герои мифов. И те, и другие на современной сцене встречаются нечасто. Сегодня Владимир поет абсолютно свой репертуар, предназначенный именно его типу голоса. Ария Орфея из оперы Глюка «Орфей и Евридика». На сцене Владимир Магомадов. Senza un ritice, no andrò senza il mio bene.
Спасибо, Володя. Арсен, пожалуйста, возвращайтесь. Любимый пассажир-стюардесс рейса Москва-Ереван и загадочный обладатель бестелесного голоса. У заключенного вполне симпатичная телесная оболочка. Да, это правда. Так, ну что ж, Елена Васильевна, в такой торжественный, ответственный момент хочется начать с вас, если позволите. У тебя одна очень опасная вещь есть в твоем голосе, в твоем умении петь. Я понимаю, что тебе еще 22, и ты еще ребятенок. Простите, Лена, это все говорить Арсену ведь, да? Арсену, Арсен, 22 да, года, да, это да. Ему. И ты пел очень быстро и спел только ноты. Ну, я все понимаю, что тебе 22. Но у тебя дивный голос, у тебя все впереди, и ты мне очень-очень нравишься. Очень. Спасибо большое. Вот. Ну, Магомадов, что с ним говорить-то? Я тоже пела «Орфея» в Барселоне. Чуть не умерла от страха. Очень трудно. Это такие, там столько речитативов. Если будешь петь когда-нибудь целиком оперу, ты не пел еще «Орфея»? Пел. Или уже пел? Студенческие годы, да. Ну, в сокращенном виде. А я-то пела без сокращенного вида. Я думала, что я с ума сойду, где, когда вступать, в какой речитатив. Это можно было просто рехнуться. Ты спел изумительно просто, просто изумительно. Я тебя целую и очень люблю. А голос свой отдаете кому? Ну, как ты думаешь, отгадай. Я догадаюсь как, трех вы, раз. Если вы с юмором. Ну-ка. Алтика, отгадай, кому я отдаю. Я думаю, Арсену. Спасибо. Это очень приятно. Владимиру Магомадову. Фабио, ну а вы кому отдаете свой голос? Сейчас дайте разобраться. Давай, давайте разбираться вместе. Вот, Арсен меня порадовал, конечно, потому что он наконец-то спел то, что я просил давно, Альфред. Конечно, мне очень жалко, что мы с тобой не поработали вместе над этой партией, потому что много чего интересного я смог тебе сказать и показать, и советовать. «Lunge da lei per me non va di letto». Volaron già tre lune, da che la mia violetta oggi per Почему me lascia... Почему вы не участвуете в этом конкурсе? Ну, в следующий раз. Заявку я уже готов. Надо меньше переживать пением и быть более концентрированным на то, что происходит в голове у него, да? Вот. Сегодня меня очень сильно не хватало легато у тебя. И очень часто ты снимал опора. Это не надо делать. Просто и тоже с дыханием были проблемы. Володя, как всегда, конечно, очень профессионально, солидно, супер. Даже я вспомнил слова Рахманинова, которые очень... Он сам жил, играл и дирижировал всегда на идее, что надо только одна большая кульминация показать. Ты это сумел делать. И это очень интересно. Если просто придираться, надо чуть-чуть русский «уо» убрать, и все-таки «сперанца» только «р», не «сперанца», иначе получается по-палермитански, это да, столица Сицилии, там говорят с двумя «р», но все остальные итальянцы говорят только «сперанца». Ну, что сказать, нежно было замечательно. Так что голос мой, Володя. Людмила Васильевна, теперь кто из этих джентльменов тронул ваше сердце больше? Самое печальное, когда вторым выходит Магомадов. Да-да, серьезно тебе говорю. Дело все в том, что кажется хорошо. Вот, Арсен, я поставила 3 восклицательных знака. Я не знаю нюансов, тонкостей, ты для меня был очень убедителен, но... Вышел вот этот Магомадов. И там 4-й восклицательный знак появился, да? И вот тут, так сказать, началась опять, так сказать, некоторая, да, высокая болезнь, я бы сказала. Потому что, ну, во-первых, это изумительная музыка, это уже душа летает в облаках, и также он ее исполнил, вот, душа парила, душа говорила с... высшими силами. И это был, конечно, изумительное, божественное пение. Поэтому, Володь, к тебе, что делать? Арсен, прости.
Дмитрий, ваш последний выбор в нашем конкурсе. Я знаю, что вы, в общем, не очень жаловали этих двух конкурсантов. Мне кажется, что за Арсена вы проголосовали за время конкурса всего один раз, а за Володю, по-моему, два раза. Но мне не хотелось бы заниматься статистикой. И все-таки самое главное то, что все участники нашего конкурса – одаренные люди. Я сразу хочу сказать, что я голосую за Володю, потому что с точки зрения как бы вокальной профессии он, несомненно, сильнее вооружен. И он поет на дыхании, что это очень важно. И поэтому как бы он может позволить себе на сцене выразить и сделать гораздо больше, нежели чем Арсен, который просто очень молодой. И мне кажется, с основами профессии не совсем еще в ладах. Верди, повторяю, композитор очень мужественный. И в этой арии тоже. И есть вот эти моменты. Ну, во-первых, все-таки вы упорно не хотите владеть итальянским языком. В каждом слове почти ошибка. И ошибки грубые. Я понимаю, вы можете не владеть дыханием в ходе конкурса, слишком мало времени, но серьезно отнестись к своей профессии, посмотреть просто, где здесь ударение, где двойная, где одинарная. Это ведь часто меняет смысл абсолютно слова и фразы, и вообще все арии. А с интонацией тоже были некоторые нюансы. Мне кажется, что вам не хватает, что вы, знаете, как шашкой нагло несетесь в профессию, а наша профессия, она академическая. Это ее смысл, вот это совершенство в деталях. Вам на это надо обратить внимание. И то же самое с Глюком. Вы понимаете, он поет: «Что я буду делать без Эвридики? Куда мне идти без Эвридики?» Само состояние человека, потерявшего во второй раз уже безнадежно практически свою любимую, оно уже диктует совсем другой звук. Я вам говорил и по поводу Моцарта, что вы все поете на форте. И здесь, в Глюке, это тоже не совсем уместно. Ну, мне кажется, что вся прелесть наших дискуссий, что у каждого свое мнение. В общем, Владимир, я даю вам свой голос с удовольствием. И я так понимаю, что я предпоследний, поэтому у вас победа в руках. Поздравляю вас. Ребята, вы молодцы. Рад буду вас слышать снова и снова и снова. Дмитрий, спасибо большое. Всегда интересно слышать ваше мнение. Спасибо. По-моему, мы неуклонно приближаемся в финале к единогласному опять решению жюри. Тамара Ильинична, ваше веское слово. Вы молодцы. Безумно волновались оба, это слышно. Вот. Но держали себя в руках, что называется. Арсен, там были какие-то моменты, о которых уже сказала и Елена Васильевна, и Дмитрий Юрьевич. Все сказано было правильно. Это касается и Володи также. Я, конечно, опять же выдвигаю на первое место профессионализм. И мой голос Владимиру Магомадову. Итак, выбор сделан. В последней дуэли победил Владимир Магомадов. Мы приглашаем на эту сцену всех участников большой оперы. Приятно полюбоваться вами такими красивыми, но наступает самый торжественный момент. Уважаемые члены жюри, на протяжении двух месяцев вы следили за успехами наших конкурсантов и вершили их судьбы. Мы просим каждого из вас подвести итог второму сезону «Большой оперы». Елена Васильевна, начнем с вас. Ваши впечатления, может быть, даже и в сравнении с первым конкурсом, когда вы председатель в жюри. Да. Никогда не надо сравнивать артистов, потому что каждому Бог дал свое. И сравнивать Божий дар одного или другого – это просто кощунство, я так думаю. Потому что каждый в своем деле Божий дар получил и должен отработать. Молодцы все. Умницы. Все выросли. Вот я не на всех конкурсах ваших была, но смотрела по телевизору все время. И очень много людей смотрят, и мне звонит, говорит: ну как вы, Елена Васильевна, как вы думаете, как что, а вот это-то, вот это. И все очень за вас болели. Очень много людей болели и очень много смотрели. Вначале я думаю, ну кого набрали, ё-моё. А
теперь я вам и горжусь, потому что вы действительно хороши. И, ну, просто хороши. Ничего не могу больше сказать. Просто замечательно. Они очень-очень выросли. Все вот одно, до единого. Спасибо. Фабио, пожалуйста. Вот я бы хотел сказать, что, по-моему, формат конкурса очень интересный, потому что обычно на конкурсе у человека есть возможности только раз выступать. И, конечно, мы все знаем, что это совсем неправильно, потому что, ну, бывают люди разные, бывают те, которые могут сразу показать все силы, и бывают те, которые с опозданием, скажем так, они на протяжении нескольких туров, конечно, могут себя показать лучше и лучше. Вот. И поэтому мне очень нравится этот конкурс, потому что как раз дает всем возможность исправлять ошибки, показать, что они могут быть лучше. Так что это нас радует, это все-таки это наше будущее, музыкальное будущее, это будущее страны. Так что спасибо вам, ребята, мы очень тронуты, и продолжайте так, и если мы увидимся еще, мне будет очень приятно со всеми. Людмила Васильевна, теперь ваши впечатления. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз в осенний зимний вечер, а мне так хочется любить. Я вас очень полюбила. Я очень люблю наше потрясающее жюри. Это огромные музыканты. У вас есть перспектива стать такими, как они, блистать во славу нашей замечательной родины, нашей великой России. Браво! Успеха! Удачи! Дмитрий, пожалуйста, ваше слово. А я очень рад, что публика увидела нашу профессию немножко изнутри. Потому что пение – это не только цветы, аплодисменты, красивое платье, улыбки, приемы и пресса хорошая. Это очень тяжелый, мучительный, очень нервный труд. И то, что наша публика поняла, я надеюсь, в ходе этого конкурса, каких усилий стоят вот эти ваши выходы на сцену, мне кажется, это очень важно. Благодарю своих коллег и вас за великодушие и терпение, которое вы проявили в ходе этого конкурса, потому что мнения были разные, мнения были полярные, порой были столкновения. Но мне кажется, что в них истина и рождается, и ради этого мы здесь все собрались. Так что, ребята и дорогие мои коллеги, спасибо вам за это общение. Спасибо большое. Спасибо. Тамара Ильинич, на ваших плечах лежала особая ответственность. Она до сих пор лежит. Потому что, когда люди вступают в бой, у них появляется стимул к победе. Вот у каждого из вас я прочувствовала, что был такой стимул. Некоторые донесли этот стимул до конца, некоторые немножко по дороге сдались. Но я просто хочу вам пожелать, что когда вы будете уже по-настоящему находиться в театрально-оперной атмосфере, не теряйте этого заряда юного. Оставайтесь всегда молодыми. Мы благодарим нашу жюри, которая так много сделала для будущих побед этих молодых оперных певцов. Поверьте, дорогие участники, вы еще не раз вспомните вот те теплые, иногда строгие слова, которые говорили такие многоопытные члены жюри. Они вам пригодятся еще в вашей жизни. И мы благодарим Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки. Без их сопровождения этот яркий оперный марафон не состоялся бы. Примите от нас цветы и подарки, дорогой маэстро. Это знак благодарности. Это благодарность наша и нашего спонсора. Настало время объявить победителя. Thank you.
Победителем проекта «Большая опера» 2013 года становится Владимир Магомадов. Для вручения призов мы приглашаем представителя нашего генерального партнера банка «Ренессанс Кредит», старшего вице-президента банка Елену Логинову. Добрый вечер, дамы и господа. На правах партнера «Большой оперы» мы рады поздравить победителя и с удовольствием вручаем ему золотую карту «Ренессанс Кредит». Еще раз поздравляем Владимира Магомадова. Дамы и господа, это еще не все. На протяжении 2 месяцев мы вместе со всеми телезрителями внимательно следили за проектом. И должны признаться, что у нас были собственные симпатии, и мы хотели бы отдельно выделить и отдельно наградить. Итак, еще одна героиня данного проекта – Дарья Терехова. И ей наш специальный приз. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. 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 Благодарим вас. Спасибо нашим партнерам. Как вы помните, мы обещали, что никто из участников нашего проекта не останется без ювелирных подарков. Вот они, ювелирные подарки нашим участникам. Как вы наверняка обратили внимание, дорогие зрители, подарки ювелирные получили все, кроме победителя нашего проекта. Для вручения гран-при победителю проекта «Большая опера» на сцену приглашается народная артистка Советского Союза Тамара Синявская. Очень грустно, что закончился замечательный конкурс, или, как вы говорите, проект канала «Культура». Грустно, потому что прожили мы вместе большое количество времени, все страдали, все волновались, все радовались, может быть, спорили, но получали огромное удовольствие, потому что это наша профессия. Слава Богу, что существует дивный канал «Культура», который является проводником этой самой культуры и доходит до народа, который, может быть, не совсем хорошо знает, что такое профессия. Об этом говорил профессор Вдовин. Мы действительно являемся тоже в какой-то степени проводниками. А на сей раз проводниками, дорогие друзья, были вы своими голосами, своим талантом. Берегите и то, и другое, и берегите свое человеческое достоинство. Тамара Ильична, теперь мы просим вас вручить главный приз победителю. Из рук благородной Примадонны победитель получает ту самую статуэтку, выполненную из драгоценных металлов, которую Дом русского ювелирного искусства галереи Михайлов сделал специально для проекта «Большая опера». Володя, это очень дорогая награда. Практически это твоя первая победа на длинном-длинном и очень интересном творческом пути. Я тебе желаю, чтобы ты запомнил это мгновение и пронес его вместе с этим дивным подарком, арфа, красавица, и в своей жизни, и в своем сердце. Победа у Володи была очень трудная, потому что надо было в какой-то степени приучить слушателей канала «Культура» к необыкновенному голосу. А вот что такое контртенор, знают только музыканты. И носителем этого голоса является Володя. Володя, ты заслужил свою победу. Я тебя поздравляю.
Помимо гран-при, победитель проекта получает именной сертификат на приобретение украшений из коллекции «Галерея Михайлов». Владимир, радуйте нас дальше своим талантом, а пусть зрители и почитатели вашего голоса, удивительного действительно голоса, так старательно отшлифованного опытным мастером, радуют вас. Наступает миг прощания. Он и прекрасен, и немного печален. Помните, что вход в большую оперу не заказан никому и никогда. Мы объявляем только антракт. Мы будем ждать следующей встречи с нашими зрителями. И, проходя мимо театральных афиш, отыскивать на них знакомые нам имена молодых певцов. Пусть каждый из них найдет свой путь. Как артист находит свою роль, как оркестр находит своего скрипку, как певец свою партию и как я Аллу Сигалову. Правильно, пусть каждый будет счастлив по-своему. До новых встреч, дорогие друзья! My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did. Again, too few to mention, I did what I had to do, and so I threw a town exemption. I planned each studied course, each careful step along the now, as tears subside, I find it hard.